Эксцентриссимо. Со времен эпохи Возрождения человечество пользуется поясами верности. Заботящиеся о женских нравах или не очень уверенные в себе мужчины использовали их для того, чтобы предотвратить измену дамы сердца. Пояса надежно закрывали все. Измена могла состояться только в уме. Если силы на это оставались, ведь грубые металлические конструкции ранили средневековых женщин и даже могли отравить, если делались из свинца. Теперь зверств никто особо не допускает. А пояса верности в 21 веке даже служат украшением женщин. Южноафриканский ювелир Уви Коэтер создал защиту супружеской верности ценой в 20 тысяч долларов. Это прочная золотая конструкция с жемчугом и алмазами. Заказал ее один британец для своей невесты. Дорогой подарок на свадьбу. Но не случился ли развод сразу же после бракосочетания? Эксцентриссимо.